третий раз, что ли, как сдох. Так, да, он разбился. А там ДК, да. Мне в любой момент звонят, я ухожу. В течение 5 минут. За что там ГП сыпется? За то, что они разбились. Какую разбились? Мы на лифте ехали. Хорош. Кому-то приспичило отдать, блин, свой... Смотрим, ГП. Кому я отдал ГП. Потом начинаем осмысливать, на каком это боссе могло произойти. Бля, залив ГП, это красиво, ебать. Свои группы, каждый сумонти быстрее. Времени немного. Нечего в танке остаться? Ты тут? Да. Заходи в рейды цешкой. Да я же слаб. Похуй. Вага, я танк, нет? Да нет, ДД будешь. Пока что. Суета вот этот зайдет, нет, Рога? Ух, конечно, зайдет. Намикадзе, заходи в игру. Редвар здесь. Да, здесь. Заходи в рейд. Антонидас на боссе, вот ты на трэше. Чек на пол. Каски нету по ханту. Ловить рыбу. Каску по ДК обнови, пожалуйста. Норс, ставь свою ауру.
Мелик в РДДке. Откуда трёш прибежал? Кто улетел? Танки, ну соберите трёш, ну вы чё? Почему народ падает? Треть спек, это код у тебя, что ли? Луцин. Да. Ну там, я еще не решил, сова или код. Кирс, напиши экзекутору, или у тебя в ДВшнике продается? Нет, Лёх. Чё стоим? Пошли.
большие. Он мне, блядь, пишет, что я ему уже написал, он сам не знает, что у них и когда. Он про сейчас спрашивал, не про вечер. По крайней мере, он меня про сейчас спрашивает. Сейчас двоих закрыли. Да, больших разводить, походу, будем. Я право хватаю. Алло. Хуёвый тот, который к РДД ближе. Блядь. Нахуй вы подходите, вы что прикалываетесь? Опять хилы, что нашли в АФК? Но если бы кто-нибудь не убивал бы, то они бы хилили. У нас только один хил был АФК, и он меня предупреждал. Ёб твою. Лага, тут? Да, ты точно сенсат. Да, да, мне отойти на 10 минут срочно. Подъехали. Шустрее, смонти 5 человек, которые еще не с нами. А можно вопрос, как это так задним ходом? Как? Что-то увидел. Ну, С, буква такая есть на клавиатуре, ее нажимаешь и задним ходом идешь. Не, просто вот прям так это. По-крутому.
Я на боку И. А приведи тебе там одного и все. Прям сюда, вон того. Слева. Играйте сразу с тобой. Лысый не ушел, да? Нам надо будет того убить, потому что он через текстуры что придет потом. Чипсы хила в пятого. Сам себя может подхилить, не обращай на него внимания. Идет колосс из стены. Рейндж наберите, но этот взлет. Заведи все, что тебе туда ближе. Ну, в два танка рейндж держать вообще не обязательно.
танка стоят и смотрят. Кстати, мало. Чего вы ждете? Чего вы стоите? А зачем ты заранее ход окидываешь? Да, ебаное оружие это из кружки. Пугает постоянно. Леотерос кому не нужен? Луцман вообще никому. Так, медведь даешь, но за мной нам броня вроде пала. Трэш убьете, сманите Айзека, броня. Броня идет довеском в виде ретро. Он ничего хилить здесь не будет сейчас. Радвар, ты планируешь сплетение брать? Планирую. Только тут хуй заберешь, блядь.
что ты на докашку тоже собрался? Типа денег брать? Да, тоже буду брать. Ну я типа думал с Джайны треню, ну типа я понимаю, что эта треня, наверное, года через два только увидит моего док. Чё там, кстати, с Джайной? Вечерние мобили? Так тебе надо как бы фетиш и... Блядь, да где я его возьму? Знать нахуй, магазин. Да, ага. Может мне ещё долгонога задонатить налог? Я донатился на Нуара, на Ханта, вон, чешку. Не-не, я такими вещами не занимаюсь. На чёрном рынке нет? Нет, уже, кстати, уже долгонога нет на чёрном рынке, по-моему, но я его давно там не видел. Я его тоже давно не видел. Ну вот сегодня в Каругер пойдем, там может выпадет. Что-то долгонок. Ну да. Я вообще дохуя кому здесь надо, нет, давай? Я и нет. А вот да знаю, мне казалось, что никому не надо, ну типа хуй знает. Вообще, попро не будет собираться. Попро не будет. Фарада, я знаю, что такое китайский рандом. Чем дольше не падает, тем больше вероятность, что в следующий раз выпадет. Чем дольше не падает, тем больше вероятность отчаяния. Вот это. Чем дольше не падает, тем дольше не падает. Или так. Чем дольше не падает, тем дольше стоит. Альфа-танк ворвался со своими шуточками. Шуточка про танкование, если чё. Вот ты после РТ будешь охоту собирать? Да, как обычно. Танков два друида, чипсы, хил. Каф поставьте. А кто такой Суета? Ну, Микадзе. Это хуя им второго. Чё, он ник сменил? А, он ник сменил. Куда кровавый взор делся? Чё, дайте рыбу, погнали. Ставьте джуса, пожалуйста. Чек на баф пул. Аура поменяла на удачу? Энджи чего не хватает?
Да дайте на пул, ёбаный, блядь. Вот, поднимаем же. Кстати, бесполезные нахуй медведи, сука, вас на поле можно убить. Энджи, поднимай Даркиса. Паладины и ДК. Лага не занажал. Ебать, там четвертый спектр.
Пронин на замену, медведёж обратно в рыб. Дайте рыжий. Сначала. Давайте только аккуратно по одному могу, блять. Поглубже, поглубже. Нормально. По одному только. Он нормальный, только не надо его лицом в рейд поворачивать. Он сейчас хилится, стоит на трупе. Танки разверните, пожалуйста, большого отряда. Что-то мне, короче, эти медведи напоминают про товар. Когда про товар бегали нахуй за боссом и мобами. Таркис, поставь шкаф. Бьем.